Привет, ребятки. Привет, мои хорошие. 8 марта у нас. Иришку отпустили пораньше. И нет, чтобы отдыхать. Она как настоящая хозяйка. Смотрите. Вау. Ну, не до конца чуть, но... И тут. Ляпота же. То есть она откопала розы. Подготовила их к бурному цветению. Скоро будет красота неимоверна. Ну, а я, пришедший домой, сейчас буду кормить курочек. И кормить как бы не абы чем. По совету друзей, я как заливаю вот это все водой горячей. Ну, как бы запариваю. И сутки оно стоит, киснет. Тут еще отруби под низом. И то есть, как мне дядя Леша советовал, говорит, получается... как правильно сказать, эффект брожения, и от этого, как забродившего корма, курица несется гораздо лучше. Ну, пробую, вот второй день сейчас даю, не знаю, что из этого получится, думаю, с недельку так подаю, и, возможно, курочки, забродившие под хмельком, будут нестись несколько лучше. Сейчас... Одной рукой чуть неудобно, рассыпал. Ну фигня. Видели, как обосрали кормушку? Чистить, наверное, уже не буду. Такая красота была, эти твари. Как-то негуманно относятся к моему труду. Нет, чтоб сами, как субботник, вышли, подмели, убрали. Я пришел радый, довольный. Нифига. Кстати, капусту, видите, ребят? Почти доели, надо другую привязывать. То есть, по идее, помогает. Во всяком случае, они ее едят. Ты что орешь, Барс? Что опять случилось? Вот крикун, блин. Бандит. У нас в армии пацан был, у него фамилия была Крикун. Ой, здоровый дядька был. Ну, спокойней от Барса. Барс, иди домой. А вот мои кролики. Ну, наверное, завтра буду их забирать самочку. Завтра, ребят, думаю, заберу вот эту самочку, а за место нее кину другую. Это она у меня уже 6 дней сидит, завтра 7 будет. То есть недельку посидит и на неделю другую. Потом дядь Миша кролика отдам. Ну и посмотрим, создастся ли прецедент плодоношения, скажем так. Ну, хотелось бы. Что ты кричишь, Барс? Нерв? Уши прижал. Сейчас пойдем, покормлю я всех и пойдем. Какие проблемы? Яйца выбрал. Сейчас водички козликам дадим. Что пили? Ой, начинается, Барсик. Чего ты такой нервный? Валерьянки поешь. Или что там вы едите? Для успокоения души. Сейчас яйца выкинем. Водички козликам дам. И как раз будет уже выходить видео. Покажем. По карманам потырил. Сейчас достанем. Что-то сегодня, ребят, после вчерашнего заброшедшего корма яиц стало поменьше. 6 штук, только обычно около 10, 8. Ну, возможно, это разовая акция такая, посмотрим. Да, Нюськи. Пейте. Белочка, пей. Все. А я-то им нес. Старался. Японский бог. Кстати, мне один чувачок в комментариях писал, ну, на старое видео еще, как бы как-то он наткнулся, видать. Говорит, братуха, я тебе изоленту пришлю. Куртку заклеишь. Изолента есть прям в кармане. Не надо. Дело не в том, что у меня
как бы куртки другой нет, но я к этой привык, она к телу льнет. Я чувствую себя в ней каким-то эмоционально защищенным, что ли. Удобно в ней, комфортно. Очень вообще тяжело вещи меняю, то есть пока она на мне не рассыпется в труху, другую вещь не приобретаю. Ну вот, как-то так. Поэтому без изоленты, ребят. Обойдемся. Вот тебе и весна. Ребят, такой снег срывается. Всю зиму не было снега, а сейчас чуть-чуть есть. Ну это у нас бывает, как бы по весне обязательно снежок чуть выпадает. Я что, вышел, в принципе, сейчас зайду. Дело в том, что, как я показывал, ну, брожжей, как забродивший корм давал курочкам, сказали, будут лучше нестись. Я им день-два дал, яиц меньше-меньше. Ну, решил, ну его нафиг, короче, и перестал давать вот этот забродивший корм, отруби с зерном. Стал давать просто, сразу намешал, сразу отдал, как раньше. И они съели. Сейчас посмотрим, ну, улучшились ли наши показатели. У меня в полках, у меня вот эта яйценоскость, не у меня, вернее, у курей, упала до 3 яиц вообще в день. Ужас. Сейчас глянем. Раз, раз, два, три, четыре, пять. 6, и он сидит. То есть 7-8 где-то яиц, наверное, будет вечером. Ну, в принципе, ну, идет прогресс, улучшение, пока они опять оклемаются. Кто хера? Бахнули вот этого забродившего корма, и давай песни орать. Нестись никому не надо. Нам это не подходит, ребят. Хоть и советовали, говорили, это лучше. Главное, чтобы, ну, как бы брожения у них в организме были, тогда они с переляку несутся. Нифига не так, ребят. Прекращаем, короче, это. И пускай они опять, ну, простым кормом будем кормить. Эксперимент увенчался неуспехом, короче. Харе. А у нас, ребят, 13 марта. Ну, как видите, уже снег все больше и больше. Ну, это разовое явление. Хорошо, что сегодня не поменял резину на летнюю. Дядя Леша выходной, хотел до него заехать поменять. Он выходной, ну, не повезло. Или повезло наоборот. Сейчас покажу крольчиху, ребят. Это вторая уже сидит. Сейчас. Это я вторую подкинул, ребят. Другую. Этот мудак уже все, от него толку нету. То есть крольчиху это потом вынимаем. Кролика дядь Миша отдаем. И ждем благословенное потомство. А крольчиху вот эту волосатую, ребят, мы, ну, на суп, короче, нафиг. Теперь еще вот это с вот этими козами. Видите, какой слой сена? Ну, давно не чистил, обычно в зиму не чищу, чтобы у них тепло было. А как бы им через месяц уже рожать, ну, примерно. То есть вот это надо все будет вычищать. Но это мрак полный. Вилами подцепляешь, оно цепляется туда дальше-дальше, и все тянется. Писец, короче, спине тяжело, поэтому не знаю, такое желание прям бензопилой так джин-джин на квадратики попилить, ну и квадратиками и выкинуть. Ну, не знаю, придет этот черный день, когда придется почистить. Ну, скорее всего, на следующий выходной надо будет туда заглубиться и все это сделать, иначе писец. Ой, жизнь. Видите, как эти обезьяны стреляют, ребят? Собаки серые. То есть они вот тут сидят и туда пиш-пиш. Ну, западло делают, короче. Как правильно сказать? Хозяевам. Мы для них тут стараемся. Ой, блин. Красоту неимоверную навожу. А они, падлы, не ценят. Ну, хоть чуть-чуть. Вот это внутри не буду, это все уже им. Пускай сами это вдыхают, как говорится. Как-то так, ребят. Холодно, мерзко. Пойду я, наверное, ребят, уже монтировать видео. Как бы, ну, передам свое общение вам. Попробуем пообщаться, посмотрите, что у меня происходит. Потом еще, как бы, ну. А это, чтобы видео не получилось сильно длинным, на этом закончим. Оп. И будет счастье. Вот эта погодка. Ладно, ребят, всем пока, счастья, здоровья, пух, успехов,
Всего только самого доброго. Каждому. Тебе, тебе, тебе. Ну, всем, ребят. Каждому по-хорошему. По-пушистому и по-большому. Пока, ребят. Удачи. Нахер. Ух, лепота.